Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Мы перехватили разговор. До выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, два абонента. Я вам дам прочитать его, мы подготовим или направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди?